Фабрика «Султан» осваивает новые виды продукции. В скором времени на прилавках, кроме уже любимых всеми макаронных изделий, будут продавать и отрубные. Товар казахстанского производства пользуется спросом в странах СНГ, а с недавних пор предприятие сотрудничает с Китаем. В прошлом году мельнично-макаронный комплекс экспортировал продукцию на 740 миллионов тенге. Макароны «Султан» – широко известный бренд северного Казахстана. Хозяйки давно оценили вкус и качество отечественного продукта. Спрос высокий, поэтому здесь, на предприятии, трудятся и днем, и ночью. В три смены. В сутки производят до 192 тонн изделий. Это и есть то, что называют современными технологиями. Макароны на предприятии производят без ручного труда. Все делают 4 автоматические линии швейцарского производства. Контроль происходит за работой посредством системы PLC, компьютер, и управляется, каждая линия управляется одним человеком. Оператор имеет возможность контролировать весь процесс, не выходя с центрального пульта управления. Эти макароны никогда не развариваются. Проверено. Специалисты раскрыли секрет. Продукт изготавливают из твердых сортов пшеницы с высоким содержанием протеинов и минералов. Тесто получается упругим и эластичным. Казахстанский товар высоко оценили в России, Узбекистане, Афганистане. И даже из Поднебесной теперь тоже поступают заказы. Обратной стороне упаковки здесь у нас дана аннотация на 6 языках. Китайский в том числе, английский в том числе, узбекский, украинский и, конечно, казахский, русский язык. Указаны все те данные, которые должен знать потребитель, что наша продукция – это натуральная продукция, без ГМО. Это очень важно. Спрос рождает предложение. По просьбам потребителей фабрика «Султан» стала выпускать новые виды продукции – бешбармаки, макароны для детей. В планах изготавливать отрубные изделия. А для тех, кто страдает дефицитом железа, здесь производят фортифицированную муку. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Дмитрий Рура, Петропавловск.